цветочном лугу жила-была гусеница, которая считала себя самой красивой и неотразимой. «Да чего ж я хороша!» — думала гусеница. Но однажды на лугу она встретила девочку. Гусеница забралась на самый красивый цветок, а девочка увидела ее и сказала: «Фу, какая! Ах так!» Обиделась гусеница и заплакала. Обиженная гусеница спряталась в коконе, было темно и тепло, и гусеница уснула. Проснулась она от того, что у нее ужасно чесалась спинка. Она стала тереться об стенки кокона и вывалилась, но падала как-то странно, не вниз, а вверх. И тут гусеница увидела ту же самую девочку. «Какая красивая!» — воскликнула девочка. Гусеница очень удивилась и посмотрела в капельку росы. «Ах, вот что! Я превратилась в бабочку!»